Итак, всем привет, друзья! С вами я, школьный комик. И сегодня я хочу снять уже второй обзор. Да, второй обзор. Так как первый обзор я уже снимал, он уже у меня на канале. Так что, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Получилось неплохо. Что ж, ну а сегодня я сделаю обзор на отрывок из 17 сезона Лего Ниндзяго «Восстание драконов». Получился он достаточно неплохой, я имею в виду отрывок. Но давайте не будем подводить итоги раньше времени. Что ж, надеюсь, он вам понравится, как и прошлый обзор. Так что... Что ж, надеюсь, что вы поддержите этот видеоролик лайком, комментарием, подпиской и колокольчиком. Что ж, не буду вас ни в коем случае задерживать. Что ж, всем приятного просмотра, а я начну. Итак, ребята, весь отрывок будет происходить от лица Арина. Да, я наконец-то узнал, что этого нового персонажа зовут Арин. Что ж, давайте продолжим. Что ж, в первом кадре мы можем видеть, естественно, Арина и корабль «Дар судьбы». Возможно, там находятся наши ниндзя. И воронки с мирами, ну, которые столкнулись, т.д. и т.п. Ну, вы, наверное, поняли. И в следующем кадре можно увидеть то, что Арин туда смотрит. Ладно, продолжим. Что ж, в следующем кадре можно увидеть, как эти миры столкнулись и произошла какая-то вспышка и ударная волна. И Арин попадает в какой-то непонятный мир. Возможно, это напоминает мне что-то пустыню. А также неподалеку можно увидеть замок. Возможно, это тюрьма Криптариум. Но я сомневаюсь, потому что на Криптариум это, ну, мало как похоже. Потом в следующем кадре можно увидеть карту Ниндзяго и то, что появились новые миры. Вот Ниндзяго, вот мы видим, и вот миры. А также в следующем кадре Арин говорил то, что он спасся от этой вот волны. Но он, кажется, потерял своих родителей. Он кричал «папа», «папу», родителей. Но, к сожалению, никто не отозвался. И в следующем кадре можно видеть, как на него чуть не упал забор. Ну а в следующем кадре можно увидеть, как мимо него пролетает чайка, и на него падает маска Ллойда. В следующем кадре мы можем видеть нового персонажа, девочку. Также мы можем видеть Ллойда, и он в новом костюме. Выглядит он неплохо. Ну а также слева мы можем увидеть красного ниндзя. Возможно, это Кай. Да и я, в принципе, уверен, что это он. Также мы можем видеть большого дракона. Конечно, не знаю, откуда он появился. Возможно, из другого мира пролетел. Потому что миры на тот момент были открыты. И все было вперемешку. Ну, также мы видим корабль «Дар судьбы», обломки. Ну и, кстати, справа мы можем также рядом с Ллойдом видеть маленького дракона. У меня есть, кстати, такая теория, то что, возможно, это дракон вот этой вот главной девочки, нового персонажа. Так что вот такая вот теория. Что ж, ребят, и на этом отрывок заканчивается. Что я могу сказать по итогу? Отрывок в основном получился неплохим. Коротким, но зато неплохим. Ну и что ж, это видео, конечно, получилось короче, чем прошлое. И надеюсь, оно получилось для вас неплохим.
таким прикольным. Ну что ж, что я могу сказать напоследок? Надеюсь, вы поддержите это видео лайком, комментарием, подпиской. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. FTA их снимаю почти каждый день. Особенно, когда у меня хорошее настроение. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. С вами был школьный комик. И всем пока.